Вообще мне странно, что ты перечислял свои любимые команды где-то в каком-то интервью, я не помню. И меня поразило, что люди, которых ты назвал, это все вот люди, не, по мне, ну, не самые сильные вокалисты. Ну, Битлз, допустим, ты очень там назвал. Сильные. Как вокалисты? Очень сильные. Кто? Нет. Джон, Пол? Да и Пол, и Джон. Серьезно? То есть большого труда стоило спеть, как Битлз, хочу сказать тебе. А мне казалось, что у них как бы вот, ну, так не, все... Не-не-не, там все по-взрослому. Ты знаешь, я слушал Битлз на пленках, вот, где, когда мы были на Эбби-Роуде, я слушал их в чисте, так, грубо говоря. Ага. То есть без инструментов. Так. Как раз Джордж и Джайлс Мартин работали над мюзиклом «Love». Над спектаклем для цирка Ди Солей. Очень прикольная вещь, да. И да, мы да, в тот момент были там, и я послушал вот так вот, знаешь, вот в оригинале, как это звучит. Угу. Ни единой лажи, вот идеально все. То есть чисто, да? Да. Но ведь чистота — это ведь не все для исполнения. Там же еще должна быть какая-то, там тембр должен быть узнаваемый. И что тембр узнаваемый, да. А вот смотри, мы с тобой говорили до эфира, вспоминали разных общих знакомых про Александра Борисовича Градского. У Саши там любимый певец Стинг, который, опять же, да, но у него, как мне кажется, ну, что у него ты есть, знаешь, как у певца? Узнаваемый голос. Ну, слабенький очень. Да нет, я бы не сказал. Я, кстати, его творчеством интересовался еще с Полис, вот как вышла эта «Регата де Бланк». Не, «Аутлендер Дамо», по-моему, первая пластинка была. Года 79-го, что ли, 78-го. Вот. И конечно, он молодец. Молодец. И здорово играющий, здорово придумывающий. Я, к сожалению, не попал в 2007 году на концерт Полис. Они же объединились и ездили в турне. Я не смог купить билет, потому что было все sold out. Продано просто раз и навсегда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».